Красноярск примет чемпионат мира по спортивной борьбе. Гостей будем встречать в 2022 году. Такое решение приняла комиссия Международной и Российской Федерации. Эксперты еще в начале сентября побывали в нашем городе и проверили, готова ли краевая столица к проведению соревнований такого уровня. По оценкам специалистов, чемпионат соберет около 4000 участников и зрителей. Футбольный «Енисей» сыграл в ничью с калининградской «Балтикой». В начале матча наша команда вела со счетом 2-1, однако угловой соперника на последней минуте не оставил шансов на победу. В результате у нас последнее 20-е место в турнирной таблице футбольной национальной лиги. Калининградцы расположились на 12-й строчке, набрав 15 очков против 7 у красноярцев. В центре Красноярска решили снова обновить тротуары. Теперь брусчатку в городе меняют в районе остановки «Органный зал». Рабочие сняли старое покрытие и уже начали выравнивать участок. Некоторые неравнодушные красноярцы предположили, уличную плитку начали разбирать по гарантии из-за недочетов. Но, как выяснилось, работы связаны с благоустройством исторического квартала на участке Горького Карла Маркса.